В предыдущей битве победил Кик Бутовски. Сегодня Юджин против Ярика Лапы. Юджин, глянь, какой прекрасный я. Ой, все тихо, Мак. Всем хай, ребята, извините за такой бардак. Кто считал, что Юджин Рип очень сильно ошибался? Король Женек вернулся в строй, Ярик Лапа испугался. Я шедевры делаю своей легкой рукою. Мак Высер Пауэр Дрищ, потягаться готовы с тобою. Мне грустно стало, ведь я глянул видео твои, чувак. Правду видно, говорят, как такое можно снять? Я набираю в гугле Ярик Жопа. Блин, Т9, все равно твой канал выдает. С гуглом Ярик не поспоришь, все ребята напеваю дома на уроках в школе. Песенку белой акулы и лестницу как-нибудь что ли. Теперь ты понял, чего добился ты? За мной в доску свои люди, мы тебя оставим позади. Верно ведь, ребята? А ну петюлю мощную отбейте. Женек сегодня на коне, а Ярика никто и не заметит. Ну ясно тут все, двигаемся зачем дальше. Зачем поддерживать его, ведь он с ума сошел, никак иначе. Песенки твои только самый странный слушает. На планете Земля знают все, что Лапа самый лучший. Все свои таланты, друг, ты тратишь на рекламу. Каждый ролик все уныли, зачем на YouTube зарегал маму? Да, и про твою акулу все 100 лет назад забыли. Вика, Ярик, Фредик, банда, русский YouTube покорили. И да, мне интересно стало, так почему же Сагас? Я просто перевел, и прозорливый это оказалось. Батя, Ярик в здании, а ну руки вверх, ребята. Лучше голос за меня, со мной шутки шутить чревато. Кто выиграл? Решать тебе. Первые комменты, которые останутся без лайка под этой битвой в моей группе ВКонтакте, попадают в следующий ролик. Ты что сыришь?